наверху, на опускание, лишь бы не сошел. Такие трудовые рыбалки. Хочется, чтобы рыбка-то была в прилове хорошей. Но, как я и говорил, здесь только хорошие берут. Друзья, всем огромный привет. Наконец-то рыбалка. Не был 2 недели на рыбалке. Все дела. Я думаю, по общему виду вы, кто меня давно смотрит, поняли, или местные рыбаки, где я рыбачу. Это Куйбышевское водохранилище. Вот здесь в этот период начинает подходить крупный лещ к берегу. И, соответственно, сегодня мы будем именно охотиться на него, потому что поклевок, скорее всего, много не будет, если это будет лещ. Но они будут достойны. Посмотрим, как сегодня будет. Так что рыбалка начинается. Погнали. Сейчас расцветет, будет, конечно, получше видно. Пока прикормку заведу. 2 удилки буду ставить на сало. И 3-ю, фидер мой самый длинный, буду ставить на червяк-опарыш. Вдруг на него будет клевать. Рыбачить буду на классические донки. Потому что здесь как бы закармливать... Очень далекие точки, надо заходить в воду в забродах. Вчера сварил пшеночку с нерафинированным маслицем. Такая прям хорошая получилась. Такие все те же бисквитные сухарики. Универсальный ваниль. Купил вот такие вот перемолотые семечки, то бишь жмых такого черного цвета. Запах прикольный. Рыбачить буду на свои 2 карповых удилища кайда. Такие хлесткие, кидает далеко, тест хороший. И на фидерное самое длинное взял 3,60. Катушки 2 сальма, байтфидер и кусима. Вот такая классическая донка, 80 грамм, по-моему, эти кормушки, 2 крючка. Все, сейчас забью, и вот сало. Просто кубики нарезанные, мелко. И ароматизатор ваниль добавил. Все. Чем хорошо сало, оно не собьется. Какой-нибудь мелкий окунь его не съест. И ты железно знаешь, что если и поклевка, то значит, скорее всего, это нормальная рыба. Хорошая такой плотности получилась. Прикормка. Пахнет тоже ванили. Беру вот такой вот кубик. И просто насаживаю. Все. Вот так вот оно висит. Сейчас оденем костюм и пойдем закидывать. Система будет какой? Я одеваю костюм, захожу, закидываю, потом можно и в кроссовках сидеть, потому что жарко будет. Напалечник такой с Алиэкспресса, чтобы закидывать подальше. Для дальнего заброса, так сказать. Ссылку оставлю в описании. Но если я его покупал давно, если еще магазин действует, то ссылку оставлю в описании. Кому надо, возьмете. Пошли, друзья. Вот такая тут система. Ходишь, закидываешь. Буду использовать колокольчики.
Ну, конечно же, буду стараться снимать их. Ну все, закинулся. Теперь остается только ждать. Сидеть, кайфовать, погода прелесть. Вроде обещают облачность, оно и лучше. И сегодня не жарко. Плюс 23 обещают в тени. Поэтому рыбачить будет очень комфортно. И волна то, что надо. Надеюсь, что поклевки будут. Очень надеюсь на это. Ну, посмотрим. Ну что ж, друзья, пока тишина, уже время близится к 9. Прошло уже, сколько я здесь получается, 4 часа, постоянно перезакидываю, примерно раз 40 минут где-то. Но у всех не видно, чтобы прям что-то такое было, все ходят, перезакидывают, и особо пока успехов нет. Возможно, что их не будет вообще. Ну, пока сижу, пока жду. Есть, друзья, поклевка. Дождался. Перезакидывал первый, а взял средний. Фу, на опускание. Лишь бы не сошел. Такие трудовые рыбалки. Хочется, чтобы рыбка-то была в прилове. Или сход, или нет, не пойму. Вроде идет. Идет, идет. Идет. Ага, бьется. Бьется. Идет. Потихоньку надо. Хороший. Ну, как я и говорил, здесь только хорошие берут. Есть. Есть, друзья. О. Есть. Есть. Шарахнул нижний крючок сала. Вот такой красавец. Ху, есть. Есть. Ху. Ху. Есть. Сейчас взвесим его.
Давайте взвесим. 1,6 кг. Хороший. Ну все, уже не зря съездил. Уже не зря. Друзья, уже не зря съездил. Фу. Дождался все-таки я его. Короче, время 35:10. Вот первая поклевка. Как-то вот так. Как в прошлый раз, кстати, один в один. Так что жду еще. Посмотрим, что будет. Взял классическое насало, пшено с прикормкой. Все. Стояла крайняя у меня фидерная, которая удилище на червя, на опарика. Никаких поклевок, даже мелочи не долбит. Поэтому тоже сейчас насало поставил. Ждем, короче, еще. Да, вот столько малька и ерши. Малек окуня в основном и ерш. Подохли. Погибли, жаль. Вот смотрите сколько. Это, конечно, немножко меньше, чем в прошлый раз. Но все равно ершики такие для ерша крупные достаточно. Печаль, печаль. Это все из-за водорослей. Вернее, вода зеленеет. Отмирание водорослей идет. И вот из-за этой зелени в жабр забивается. Ну, я так думаю. И рыба погибает. Просто идешь и печаль, печаль. Сколько могло быть трофеев полосатых. Вот такой даже лежит окушок. Большой. Побольше. Как-то так. В основном крупненькие вот это все ерши. Тоже жалко. Кто-то, может быть, зимой бы ловил. Но, увы, что творится с Волгой, непонятно. И, наверное, будет становиться все хуже и хуже с каждым годом. Вот здоровая рыба лежит. Ужас. Вот это судак. Фигит. 37 сантиметров судак дохлый. Жесть. Жесть. Просто жесть. Ну что ж, друзья, все, буду собираться домой. Удилки уже собрал. Сейчас осталось упаковать рыбу, стул и уже почапаю домой. На этом все. Ходите на рыбалку. Получилась одна поклевка, одна рыба, хотя бы достойная рыба. Лещик на 1,6 кг. Бывает и такое. Всем пока, до новых встреч. Встретимся на той самой любимой рыбалке.